именно педаль. Майор полиции Игорь Гром, я все про тебя знаю. Ты не слушаешься начальства. Весь отдел один подставил. Весь отдел! Не умеешь работать в команде. И никогда не решаешь вопросы мирным путем. Зато и добиваешь результата. Смеешься? Богатеи, которым закон не писан, всегда остаются на свободе. И ты это прекрасно знаешь. Наш город пожирает тьма беззакония. Но я вышку эту заразу дотла. Ведь я чумной доктор. Я никогда с таким не сталкивался. Броня, огнеметы, а маска, будто сама смерть смотрит тебе в глаза. Он убивает миллионеров в прямом эфире. Его популярность растет с каждым новым видео. Люди считают его современным Робин Гудом. Я поймаю этого психа и покажу городу его истинное лицо. Сделать самый сложный выбор. В лаваше или в пите. Чего пришла? Я хочу тебе помочь. Я уверена, что тебя подставили. Расскажи мне все, как было. Полиция! Что за дверь дебильная? Рассказывай, как ты там вообще оказался? Че ты туда в одиночку полез? Ребят, 5000 не разменяйте! В команде надо работать, понимаешь? Мы с тобой не напарники, ясно? Да ладно, брось. Мы отлично компенсируем недостатки друг друга. Это какие же у меня недостатки? Свежак. Утром еще мяукло. Алчности и беззакония. И я не успокоюсь, пока не выжгу эту заразу дотла. Как по-твоему, не слишком пафосно? Ты чего натворил? Ты же сам хотел сделать жизнь в нашем городе лучше. Представляешь, сколько людей погибло? Сколько еще погибнет?